Вся слава Грантараджи Шримад Бхагаватаму Махапуране, который является царем среди всех священных писаний, будучи звуковой инкарнацией самого Шри Кришны. В четвертой песне Шримад Бхагаватам Майтрея Муни описывает Висарга Лилу. Мы уже слышали о том, что у Шримад Бхагаватам есть 10 лакшан, 10 характеристик. Мы уже слышали о том, что третья песня посвящена Сарга Лили, то есть творению.
или не знаете ли рад, но от Исаака или те, те бабы, не трудись, байдеши, брдма, это брдма, жусит those ingredients, is producing so many creations. And the sushi that is done by brdma and his son, or his digestion, that is called Исаака. А Брама уже заведует вторичным творением, висаргой, то есть он уже использует готовые ингредиенты и задумки и создает творение вместе со своими детьми. В пятой песне будет описано Стана Лила Шукадевам Госвами. То есть описывает то, как Кришна выделяет разные места нахождения для разных личностей в соответствии с их поступками, качествами. Если человек совершает преданное служение, при этом испытывая материальные желания, преследуя материальные желания, он отправится на райские планеты, на сварку, сакам, с желаниями. Если человек вместе с женой совершает нискам, карму, то он отправится на Махалоку и Таппалоку. Махалоку или Джаналоку. Тот, кто соблюдает целибат и совершает садхану, отправится на Таппалоку. Если человек достойным образом совершает свою дарму, предписанные обязанности в течение 100 жизней, то он попадет на Сатьялоку к Брахме. А если кто-то следует пути Гьяны, то достиг совершенства, он может слиться с безличностным Браманом, обрести такое безличностное саюджи мукти. И так как Шива это как эталон такого слияния Шивагам, то такой йога сольется с Шивой. Если кто-то совершает Бхагават-бхакти, преданное служение, он окажется на Вайкунтхе, в преисполненной Айшварии. В зависимости от самбанды, отношений, с которыми практикующий бхакти относится к абсолютной реальности, он может оказаться в Рама-лиле. Если
И если еще более личностное отношение, то он отправится на Двараку. То есть, если в преданном очень много Айшварии, он может отправиться в вечную Айодию, в нитья лилы Господа Рамачандры. Если меньше Айшварии, он может отправиться в Двараку. Если еще меньше и доминирует больше Мадхурья, то в Мадхуру. Чем менее формальное отношение к Кришне, тем вероятнее, что преданный окажется на Голоке Вриндаване. То есть... То есть вот раса человека самбанда определяет то духовное место назначения, куда он отправится. Если у кого-то есть бхаву-лас, то есть настроение служанок Шримати Радики, то он и окажется среди служанок Шримати Радики на Голоке Вриндаване. So, Shri Krishna has a system, and according to that system, according to those rules and regulations, if a person is performing Bhagavad Bhakti or any performance, then he will get these sthan. So in Panchama Skandha, there is a sthan, as those lok are there, in the same way, so many continents and other varsha, those were also there. То есть в пятой песне Шримад Бхагаватам объясняется вот эта система станов, место назначения. То есть есть много планов существования, и даже в духовном мире очень много разных планов бытия. И поэтому Кришна сам решает, создал эту категоризацию, систему в соответствии с тем, как человек практикует бхакти, если это вайди бхакти, рагануга бхакти, это с какой самбанди, сколько там айшвари, сколько мадури, это определяет, в какой духовный план бытия отправится этот жива. Sometimes Shri Krishna himself violates his system and he uses his veto power, we may say. So then Shri Krishna without any system, without any requirement, by the power of his mercy and kindness, can adopt a jeev also. That is Pushti Lila, and it is described in sixth canto. И так как Кришна сам ввел это законодательство, то он имеет полное право, когда он хочет нарушать его, то есть менять правила, делать исключения, как он и делает, то есть это уже путь Пушти Марга, и это описывается Пушти Лила. Пушти Лила описывается 5th canto it is Sthanlila, and in 6th canto there is the Poshan Lila. То есть 5th это Sthanlila, а 6th это Poshan Lila. And where the desires of a devotee and desires of a revival of Shri Krishna is described, that is Uti Lila, and it is described in 7th canto. Uti means Abhilasha, the desires of Bhakta and Abhakta. И в 7th песне Шримад Бхагавата, это Укти, то есть описывается желание Абилас, преданных и врагов Кришны. And in 8th canto, Shri Krishna is always protecting Manu. So it is Manvantara Lila.
And he is taking so many incarnation, Manvantara avatar. So in Manvantara avatar, that those are described in his canto. Восьмая песня посвящена Манвантара. То есть Кришна всегда опекает Ману, и вот эта восьмая песня описывает различные аватары. And in ninth canto, it is Ishan Katha. That means the pastimes of Ish, God, as well as his subordinates. Девятая лила описывает лилы Иш. And Anu, Ish means God, Anu means they are his subordinates. Ишану. Иш, Господа и его последователи, его преданные. So, Ishan Katha. That means at ninth canto, there are so many lights and so many pastimes or so many works of various Raja, various kings. То есть очень много лил, описывающие жизни разных царей, можно найти в девятой песне Шримад Бхагаватам. In Dashmaskandha, it is Ashraya Lila. That means everything is resting in Shri Krishna and based on Shri Krishna. Десятая песня Шримад Бхагаватам – это Ашрая Лила, то есть Кришна – это основа всего, все покоится в нем. In Ekadasha Skanda, it is Mukti Lila. And Mukti means Mukti Hitvanyatha Rupam Sompen Vyavastiti. It is Mukti Lila. Одиннадцатая песня Шримад Бхагаватам – это Мукти Лила. Мукти means a person is getting relief from the illusion and he is resting in his own actual position. То есть человек превосходит влияние иллюзии и пребывает в самом себе. Преодолевает влияние иллюзорной энергии и пребывает в самом себе. And in Dwadasha Skanda or the 12th canto, Shri Shukdev Ji is describing the Nirodha Lila. А 12-я песня Шукадева Госвами описывает Нирадха Лилу. Nirodha means the prelay or the merging of all senses into the lotus feet of Shri Krishna. Нирадха – это пралай, уничтожение, то есть обратное разложение всех ингредиентов, возвращение к источнику. So now in Chaturtha Skanda, Shukadeva is describing how the creation was reproduced by Brahma. Сейчас мы вернемся к четвертой песне Шримад Бхагаватам. Мы услышим то, как Майтрея Муни рассказывает о вторичном творении, как Брахмаджи, то есть копирует, как воссоздает творение. Shri Maitreya Muni is saying that Sankadya Nardasya, we are starting from 8th chapter. Начинаем с 8 главы сейчас. So Sankadya Nardasya, Ribhu, Hanso, Aruni, Yati, Naite Graham, Brahmasuta, Yavasam, Urdha, Rezasaha. Sankadya Nardasya, Ribhu, Hans, Aruni, and Yati. These six was the son of Brahma. And they did not accept it, the married life. То есть Брахма. Six persons does not accept. Было первые там шесть, там четверо кумаров, Нарада, Рибу и так далее. Они остались брахмачари, то есть продолжали соблюдать целибат всю жизнь. Now I am, Майтрея Муни saying that I am describing the dynasty of Adharma. А сейчас Майтрея Муни хочет поведать о династии Адхармы. The sin. Гриха. Сейчас услышим о династии Гриха. The wife of Adharma is Mrsha, a lion, telling a lie. Ложь – это супруга Адхармы. Wherever the wife will go, the husband will automatically follow him. Куда бы ложь ни отправилась, муж Адхармы всегда присоединится к ней. So, if there is Mrsha or the lion telling a lie, then automatically Adharma will come there. Как только появляется ложь, гарантировано, что за ней вслед появится Адхарма. This is an allegory. This is a metaphor. Это опять-таки аллегорическая история. And from by
Adharma and Mrsha line, there was two issues. One was Dambha and other was Maya. Dambha means arrogancy, and Maya means just illusion or Иллюзия. У этих родителей Адармы и Мрши родились двое детей. Надменность и иллюзия. And they was brother and sisters. They was married because it was the Adharma Vansh. А так как это была такая же адармическая династия, то эти дети поженились между собой уже. And then Lobha and Vikriti, both son and a daughter, was born from them. И уже родили внуков родителям, это Лобха и Викрити. Lobha means greedy. Жадность. And Vikriti means to take revenge. И мстительность. That is. So from Dambha and Maya, the greediness and the Vikriti, revenge, these two was born. То есть вот эта гордость и иллюзия уже родили вот это детей, которые были. From them, growth and hisa was born. Жадность и мстительность, у тех уже родился в свою очередь гнев и growth and what? Hisa means violence. И насилие. Химса и кротха. Envy and the violence, both was born from Lobha and Vikriti. То есть в этой династии продолжали рождаться такие дети. And there, two sons was born. That was Durukti and Kali. Durukti means abusing and Kali means quarreling. So that means if a person will have growth, anger and violence, then automatically the Durukti means abusing language as well as Kali, the quarreling, will produce. То есть уже от гнева и насилия порождается, то есть бранная речь и издевательство. And if abusing and quarreling was there, sorry и издевательство. Then bhaya and mrityu both will come. That means fear as well as death. These two things will produce. От них уже рождается страх и смерть. Very natural. Это естественная такая последовательность. And if bhaya and mrityu was there, then they produce yatana and niraya. Yatana means calamities and niraya means the hell. От них уже от страха и смерти рождается бедствие и ад. So in this way, if a person will adopt the Kali Yuga, Adharma, then he has to go to Niraya. That means at last he has to go to Nara. То есть начинается со лжи, которая влечет за собой Адхарму, а заканчивается адом. And if a person will listen these things, then he will be trying to save himself from these difficulties, these evils. И здравомыслящий человек задумается об этой аллегории, об этом рассказе, он постарается спастись из такого плачевного исхода. Now, Shri Shukadev Ji is saying that now I am, Shri Maitri Muni is saying that now I am going to describe the dynasty of Shri Swayambhuman. А затем Maitreya Muni решил поведать династию Swayambhumana. Swayambhumana have two, Swayambhumana has two sons, Priyavrata and Uttanapada. У него было два сына. Priyavrata was elder, even then he did Priyavrata. Priyavrata and Uttanapada. Priyavrata was elder, even then he did not accept the crown.
А старший сын отказался наследовать престол. He thought that a prosperity that is due to the kindness of Shri Krishna. Sometimes it also creates difficulties and hindrances to get Shri Krishna. Он подумал о том, что иногда возникает много препятствий на пути встречи с Кришной. As a person is riding an elephant, thinking that, oh, he is riding, he is having the ride of an elephant. But actually saying, the person who is riding on the elephant, he is very much tired because he has to move all on every step and every pace he has to move, and his waist will be twisted and his waist will be giving pain. То есть кто-то сидит, едет на слоне, все завидуют, думают, какой удачник, он на слоне катается. А этот человек стоит, сидит там и мучается, потому что с каждым шагом слона ему приходится с бока на бок переваливаться, ему уже вся поясница давит, он думает, когда же уже это закончится, я смогу сойти с этого слона. As if a person is riding on a camel. He has to move at every pace. Otherwise, he will get the pain in every joint of his body. In the same way, if a person will get a kingdom, a crown, even then, he will get difficulties, he will get trouble, and also he will get late to get Shri Krishna immediately. То же самое вот думал сын своем Бхуману, потому что думал, да, царство править это хорошо, все думают, что это замечательно быть царем, но у правителя государства огромное количество проблем, и это отдаляет его, задерживает его духовное развитие, то есть отдаляет по факту встречу с Кришной. So why Priyabrata did not accept the crown? И старший сын отказался короноваться. His younger brother, Uttanapad. Uttanapad, младший брат. He sat on the crown. Он наследовал престол от отца. And he has two wives. Uttanapada было две жены. Suniti and Suruchi. Suruchi и Suniti. Suniti is the elder one and Suruchi is the lower one. Suniti была старшей царицей, а Suruchi была младшей. But he has much love for Suruchi, the lower one, than the senior Rani. Но Суручи была гораздо более физически обаятельной, поэтому царь предпочитал ее своей старшей царице. Suniti born a son, Dhruv, and Suruchi born Uttam. И старшая царица Suniti родила царю сына Dhruvu, а Suruchi родила Uttama. So it is also an allegory. Это тоже аллегория. A person who is Uttanapad, that means who can go on the higher space, he can work according to two ways. One way is he will do his activities according to Niti, Suniti, that means according to the rules and regulation. And the other person is who is doing his activities according to his Ruchi, his interest. So, according to rule and according to his interest, both things are different. То есть вот это тоже аллегорическая история. Там потом кто стремится вверх. То есть если он полагается в своих действиях на нити, то есть предписание этикета и канонов поведения, то получает один сценарий. А если он движим своими желаниями всякими ручи, то получается другой сценарий. The result of the niti. Our rules will be constant, Dhruv, but the result of the ruchi or interest will be uttam. That will be
better, that will be skillful, that will be full of a skill, but not uttam. Итак, если человек полагается на нити, на правила предписания, то это приводит к стабильности друге. А если он идет на поводу уручи своих желаний, то в результате он получает уттам, что-то какой-то успех и что-то такое хорошее, но это не будет лучше. Again, the son of Suniti, the elder queen, was Dhruv. That means the result of rules and regulations. We will do according to the schedule and rules and regulations. Then the result will be constant. Dhruv means constant. And Uttam means it is good, full of skill, but not Uttam. Not Dhruv. Not Dhruv. Dhruv and Uttam. It's not stable. Yes. То есть Dhruv, то есть Сунити родила Dhruv, то есть правило предписания приводит к стабильности, константе, а следование желаниям приводит к чему-то хорошему, веселому, но нестабильному, ненадежному. So, it is that much natural. A person like to do his activities according to his intuition. Это естественно, никто не любит следовать правилам предписаниям. Все предпочитают следовать своим желаниям, своим собственным идеям. Это норма в мире. So, Uttarpad loved his younger queen more than his elder queen. Так как царь предпочитал свою младшую царицу, был очарован ей гораздо больше. One day, in the palace of Surchi, Uttarpad was having his younger son, Uttam, and he was just caressing him and having him in his lap. At the same time, Dhruv came there. И однажды царь сидел в дворце своей Суручи, своей младшей царицы, игрался с ее ребенком, тот сидел у него на коленях, и в этот момент забежал Dhruv, сын Сунити. And it is a psychology of child. It is child psychology. That if a child sees a child in the lap of his father, a other child, then he also try to sit on the lap of his parents. Детская психология такова, если ребенок видит другого ребенка в руках своих родителей, там на коленях, он тут же попытается взобраться тоже на колени папе или маме. Это естественно для ребенка. So Gizling, Shri, that's Gizling, Machalitabhi, Gizling, Shri Dhruv, asked his parent, his father, please take me also in your lap. Dhruv подбежал и радостно попросил папу, чтобы тот взял его на руки тоже. And Shri Uttarpad just want to take the elder boy also in his lap. И царь потянулся к ребенку, к старшему сыну, чтобы тоже усадить его к себе на колени. But the elder queen immediately objected. Younger. And by sight, she said that, no, don't touch my stepson. Suruchi, the younger queen. Suniti is elder. Yes, Suruchi, sorry. И Суручи тогда вдруг сказала мужу, не трогай этого моего пачера, как пачерицы, пасынка. Не трогай моего пасынка, не сажай его к себе на колени. But Dhruv was still gizzling and was trying to write in the lap of his father. Но Dhruv не сдавался, он не понимал, что происходит, он продолжал пытаться карабкаться на колени к отцу. The Surchi, at that time,
Suchi came out and she said that no, you cannot sit in the lap of the king. И Суруджи сказала, ты не смей садиться на колени царя. And Dhruva asked, I am also a prince. I am also the son of the king. Why I do not sit in the lap of my father? В недоумении Дрова спросил, почему я не имею права сидеть на коленях царя? Я его законный сын, я принц. And Surchi answered, that you are the son of king, but you are not the son of the queen. The lap will, a child will get the lap of his father if he is son of queen, not the son of king. Она сказала, да, ты сын царя, только ты сын не той царицы. Поэтому тебе не светит сидеть на коленях у этого царя. So you have not taken your birth with my womb. Ты не в том лоне родился, мальчик. So you will not allow to sit on the lap of your father. У тебя нет права сидеть на коленях царя. And Dhruva asked, that is there any way that I can also get the lap of my father? Дрова расстроенно спросила, что же мне делать тогда, как мне что мне сделать, чтобы я имел право сидеть на коленях своего папы? Surchi thought that being elder, he will be the constant, he will be the Pratidvandi of my son, and he will be a partner of this Raj. Конечно же, Суручи не любила Дрову, потому что она знала, что он старший принц, и что он имеет право претендовать на престол первым перед ее сыном. И она его просто воспринимала как помеху на пути карьеры своего сына Уттама. So let this hindrance be removed. So she suggested, yes, there is one way. И она думала, надо избавиться от него поскорее. И говорит, да, есть способ, как ты можешь оказаться на коленях у отца. You go to jungle, you go to wood, and there you do meditation of Sri Krishna and Sri Narayan. And if Sri Narayan comes, appears, then you beg this boon from him, this benediction from him, that as you have made me son of the elder queen, now you made me the son of the younger one. Да, мальчик, отправляйся в лес и молись там, и когда Господь Нараяна явится тебе, то выпроси у него благословение, чтобы ты родился в будущем из моего лона, и тогда ты сможешь сидеть на коленях отца. And if you take your birth from me, from my womb, and then you are increased, you are saved from pneumonia, from the smallpox, then you will get and you will become elder, then you will also get a part of this kingdom, a remote part of this kingdom also. То тогда, мальчик, если тебе посчастливится, и Господь благословит тебя, и ты родишься из моего лона в следующем воплощении, если ты переживешь свинку, бой, краснуху и так далее, и прорастешь до взрослого возраста, тогда у тебя выделится часть царства. But now you should not do hurt or what is it? For being sitting in the lap of your father. А теперь переставай упрямиться, потому что сейчас ты сидеть на коленях папы не будешь. And listening this, Shri Dhruva just weeping, and he left the palace of Suruchi. Услышав эти жестокие слова в свой адрес, ребенок просто разрыдался и убежал из дворца этой сводной матери.
return to his home, his palace, and as soon as Sri Suniti saw that his son is weeping, she came and he took him in his lap. Он вернулся к себе домой во дворец мамы и там рыдал. She took him. И Сунити, услышав плач ребенка, выбежала на эти звуки и прижала, обняла его, прижала к себе, стала успокаивать. And just making him peaceful. Успокоила ребенка. She said that what happened to you? И спросила потом, что случилось? And Dhruva described the whole thing. И Dhruva пересказал вот этот эпизод Суручи. Then Suniti said that why are you so much keen to sit in the lap of Shri King? You should try to get a better position. And whatever Suniti Surchi has said, that is absolutely correct. Suniti ему сказала, сынок, но почему ты так настаиваешь на том, чтобы иметь возможность сидеть на коленях царя? Почему ты готов довольствоваться малым? Ты должен стремиться к более возвышенному. И то, что Суручи тебе сказала, это правда. You should do the service or devotion of Shri Krishna. Она дала тебе очень дельный совет, в том, что ты должен поклоняться Господу Кришне. Now you go on the bank of Yamuna, and there you do the devotion of Shri Krishna. Ты можешь выходить к берегу Ямуны и там поклоняться Кришне. Immediately, Dhruva left his house. И немедленно ребенок ушел из дома. Suniti was very much perturbed, and she was continuously shedding tears. Узнав, что ребенок сбежал совершенно, то Suniti рыдала непрерывно. And he just gave up his son in the lap of Sri Narayan. То есть она, то есть она пожертвовала своим сыном, отдала его как дан Господу Нараяне. As if she is surrendering his son in the lap of Sri Narayana. То есть как она собственноручно отдала сына Господу. And was praying that so far I was mother of this son, this boy. Она молилась, говорит, я была матерью этого ребенка. But from today, you are the mother of this son. До сегодняшнего дня ты, Господь, будешь матерью для него. So far, I was always sleeping in the wetness and try to sleep my son in the dry bed. But now it is your duty to protect this son. Раньше я жертвовала всем, я ложилась на мокрое, чтобы сын спал на сухом. До сегодняшнего дня я отдаю его под твое покровительство. Теперь ты его опекун, Господь. Being mother, so far I was always not caring even my food, my meal. I was always very much interested and very much keen to protect my son, to feed my son. But now it is you who will protect this son. Будучи матерью, я всегда отказывала себе во всем. Я забывала поесть. Но теперь, Господь, ты опекай этого ребенка. In this day, she was weeping and the other doing lamentation, and then the other maids give him condolence. И Suniti рыдала так безудержно, и служанки стали сходиться и утешать ее. As soon as she Dhruva left his house and he reached on the way, he saw that Sri Narayan is coming there. И как только Dhruva покинул дворец, отправился в лес, по пути издалека он увидел Нарада Муни. Нарада Муни was very much astonished that Aho Teya Kshatriyanam just see the
light and that, see the zeal of a Kshatriya, that Dhruva has left his house, though he is a quite infant, quite little boy. И Нарада Муни был очень впечатлен вот мужеством маленького Дрова. Он думал, вот действительно настоящий кшатрия, такой крошечный, а уже такой решительный, и ушел из дома, чтобы добиться своего. And Narad tried to suggest him that, O son, Nadhuna Pyavmanante Sammanam Bapa Putraka. O Putra, neither you are, it is still very little. Now, neither it is your respect and neither it is your insult. Because if a child is very much little, then he does not care in his respect or his insult. То есть Нарада стал отговаривать Дрову от этой затеи. Он сказал: «Сынок, ты послушай, ты еще маленький ребенок, какое тебе дело до почести и унижения? То есть детям обычно все равно, там их журят или там превозносят, они как-то это грозные расстраиваются». If you are angry to your father, please follow me and I will make your father known and I will suggest him, and according to my words, he will give you the whole crown. Пойдем, сынок, я сейчас отведу тебя к отцу твоему, я с ним поговорю по-взрослому, и после разговора со мной он передаст царство тебе. But seeing Shri Narada, Dhruva forget the anger for his father. Но когда Дрова увидел Нараду, он полностью позабыл о гневе, который он испытывал, и обиде, которую он испытывал по отношению к отцу. By the glory of Satsang, his heart became very much clean and without any malishness. То есть в саду Санги его сердце мгновенно очистилось от всех анарх и всех вот этих мелких чувств. He said that I do not want this empire. I want to get that place. From here, nobody will ever fall. Он сказал: «А у меня нет амбиций по отношению к этой империи. Я хочу обрести то место, которое я никогда не потеряю. So, я хочу быть там, откуда я уже не вернусь сюда». So I have seen that you have this glory, this quality, that if you put your hand on my forehead, then I can see Shri Krishna Chandra. Нет, лучше ты возложи свою ладонь мне на лоб, чтобы я увидел Кришна Чандру. So please accept me as your disciple and have your hand on my head. Я хочу стать твоим учеником. Прими меня, пожалуйста, своим учеником и возложи свою ладонь мне на голову. Seeing the intensity of Dhruva for getting Shri Krishna, Shri Narada became very much happy. Впечатленный решимостью Друвы обрести Кришну, Нарада обрадовался. And he just embraced him and gave him initiation of Dvadashakshar mantra. Обнял ребенка и дал ему инициацию. It shows that Vaishnava initiation has no limitations. Дал ему 12-сложную мантру. И вот эта история иллюстрирует, что нет никаких ограничений в контексте вайшнавской инициации. Vaishnava initiation can be given even to a child who has not still get the Upanishad sanskar or the sacred thread. Вайшнавское духовное посвящение может быть дано даже ребенку, который еще не дорос до того, чтобы получить Упанишад браманский шнур. Normally, the initiation of prayer is given at the time of Yajnopavit, Upnayan, by with Gayatri mantra. But here, Shri Narada had given the Dvadashakshara mantra and pranam to Shri Dhruva without Yajnopavit even. То есть обычно в контексте ведической культуры мальчики получают Гаятри мантру во время яги, когда они получают священный шнур.
То в этой ситуации Нарада дал ребенку 12-слоговую мантру. So it shows that Vaishnav Diksha does not require the Yajnopavit, or Vaishnav Diksha can be given even to a child and even to the Stri Jati, the woman. И вот эта лила как раз иллюстрирует этот принцип, что нет необходимости даже в священном браманском шнуре, когда Вайшнав дает дикша мантру, и эти мантры могут быть даны ребенку и женщинам тоже. Шри Друба Ришту Шри Ришту Бан in the bed of Шри Дхамма. Друба подошел к Ямуне, к берегу Ямуны. And there he started his tapasya. И стал совершать свои аскезы там. Шри Друпа's lessing his food and increasing his niyam. То есть он стал сокращать приемы пищи, объем пищи. И увеличивал интенсивность своих аскез и всяких там регулирующих факторов. On first month, after 3 days fasting, he took some fruits from the jungle. Изначально он постился 3 дня, потом собрал какие-то плоды в джунглях. On the second month, on the 6th day, he was taking only some grass and just eating it, the grass. То есть это был первый месяц, 3 дня он постился, потом поел фрукты. Потом в следующем месяце, уже на 6-й день, прошедшего 2-го месяца, он собрал какую-то травку, какие-то коренья и поел, эту зелень поел. On the 3rd month, 3-й месяц, he, on the 9th day, he is only taking some water. На 9-й день, his food. 3-го месяца, он выпил воды, уже не кушая ничего. On 4th month, on 12th day, he was only taking the air. На 12-й день 4-го месяца он питался уже только праной. Remember, this tap, this austerity is at the time of Satyu. It is the Satyug, not Kaliyug. Когда вы слушаете, не надо себе придумывать, что вы должны такое аскезу совершать. Это аскеза, предписанная век Сати-юги, не для Кали-юги предназначена. And on 5th day, he tried, while he was having prana, and he was taking the oxygen, he was thinking that still in my lungs, there are so many places, and I can take more air, I can take more oxygen, and as he breathes it, then he took the whole oxygen. How much oxygen was in this whole universe? He took everything, every oxygen, every air in his lungs. И Друва, и когда он перешел так на пранапитание уже, то есть он уже только дышал, и потом он подумал, у меня в легких очень много места для кислорода, я могу наполнить их еще больше, что-то там мало. И он стал вдыхать все больше и больше, больше кислорода поглощать, и поглотил со всей вселенной, вдохнул весь кислород, не оставив ничего другим. So this way, this glory came due to the bhakti. This power came in him. И вот эта мистическая сила была плодом его преданности, бхакти. And everyone was feeling the lightness of air. Вся вселенная, atmosphere. Вся вселенная тут же ощутила нехватку кислорода. And Brahma, Indra, everyone rushed to Sri Vaikunthanath. And they said that, sir, we are not knowing the cause of how the lightness of this oxygen is here, and we cannot even breathe. Администраторы Вселенной, Брама, Индра, обеспокоенные происходящим, отправились на Вайкунтха Даму побеседовать с Господом,
доложить ему, что сейчас происходит нехватка кислорода, мы не знаем, что происходит, почему так. And Bhagavan answered, Ma Bhanishta Bhagavan Tapso, Duratyan, Navartishya Pratiyata Swadhama. You should not worry. There is a child who is doing austerity and tap for me. And I am going to see him. Господь сказал, вы не беспокойтесь, это ребенок поглотил весь кислород. Он сейчас совершает аскезы и медитация на меня, я сам навещу его. He is doing this tap to get me. Он совершает эти аскезы, чтобы обрести меня. Listening this. Brahma, Shiva, Indra, Varun, Kuvera, all duties became very much perfect. Услышав это, Брахма, Шива, Индра, Кувера, Варун, Кувера, они все беспокоились. Indra was thinking that, oh, Dhruva is a child. And it is possible that he asked him, Shri Krishna, Shri Narayan, that please make me Indra. Then I will be relieved from this part, this stage. Indra, как всегда, заволновался, что сейчас он лишится своей должности. Он подумал, наверняка этот ребенок будет выпрашивать у Господа стать Индрой и опять меня подвинут. Brahma was thinking that my chair is going. Because if Dhruva will ask that make me Brahma, then Bhagavan will make him Brahma and I will stay nowhere. Брахма волновался, что ребенок захочет стать Брахмой, и Господь подарит ему это благословение. Думал, ну, надо подыскать себе новое место обитания теперь. And then Narayan also smiled and he said, well, oh, Devta, Devta, you are thinking you are perfect to your, worried to your chair. In the same way, I am also worried to my Vaikuntha Dham. Господь, слыша мысли своих дев, там сказал, вы волнуетесь за свои эти планеты и места, я переживаю свои Вайкунтха Дхамисам. Because if Dhruva says that please leave Vaikuntha Dham and remain with me, so I have to leave Vaikuntha Dham. Потому что вдруг он попросит меня покинуть Вайкунтха Дхам и жить всегда с ним, и мне придется исполнить просьбу ребенка. So Maitri Muni, Muni is saying that Madhobhagam Vritra Vidrikshaya Gataha. Shri Krishna departed to Madhavan where Dhruva is doing astarte on riding on the Dharu. And Shri Bhagavan went to see Dhruva. И Майтрея Муни рассказывает, что Господь Нараяна сел тогда на Гаруду и отправился в Мадхубан, в тот лес, где Дхрува совершал свои аскезы. Dhruva was thinking that it may be a tongue slip. Actually, Maitri Muni should say that Bhagavan is going to show himself. But he is saying, Shri Bhagavan is going to see Dhruva. So it may be a tongue slip. Матвей сказал Гудуре, что Господь отправился посмотреть на мальчика, а Гудура подумал, что Майтрея Муни оговорился, что он имел в виду, что Господь пошел явить себя мальчику, а не посмотреть на него. But Maitri Muni answered, but no, no. Always Bhagavan goes to show himself. But now, at this moment, Bhagavan is going to see Dhruva. Not showing himself, but to see Dhruva, to visit Dhruva. Майтрея Муни повторился, он сказал, нет, я не ошибся, не оговорился. Да, всегда Господь являет себя, но в этом случае Господь отправился посмотреть на мальчика. So Vritra Vidrikshaya Gataha, to see a Vritra, Shri Bhagavan reached to Madhuvan. И Бхагаван, Господь прибыл в Мадхуван. And Bhagavan saw that Dhruva is in meditation. He has closed his eyes. He was smiling and he was standing on one leg. Господь нашел мальчика в лесу. Мальчик стоял погруженный в медитацию. Брикша асане стоял на одной ноге с закрытыми глазами и медитировал. And while he is taking breath, at that time, only the toe of his leg is touching the earth. Otherwise, his whole body was
rising in the space. И с каждым вдохом, который он делал, как будто бы левитировал, лишь большой палец левой ноги продолжал касаться земли. Bhagavan thought that if I will stay here for years and years, for yoga and yoga, even then the samadhi of Dhruva will not be broken. Господь подумал, мальчик в такой глубокой медитации, даже если ее тут будут тысячелетия сидеть и ждать завершения этой медитации, эта самадхи никогда не прервется. So immediately Shri Bhagavan withdrew his kripa. И тогда Господь, which he was manifesting in the heart of Shri Dhruva. И так как Друва созерцал Господа в сердце, и это происходило по милости Господа, то Господь отозвал свою крипа-шакти, свою милость, которая являла Друве его облик в сердце. And as well as the figure of Shri Krishna, Shri Narayan, was banished, Dhruva became very much perturbed, and immediately he opened his eyes, and whatever he was thinking and meditating in his meditation, he saw the form of Shri Krishna directly before his eyes. И как только этот внутренний даршан прекратился по воле Господа, Друва от ужаса и отчаяния открыл глаза, наверное, вышел из медитации и перед собой увидел то самое, о чем он мечтал в сердце, то есть то, на что он медитировал, что он созерцал. And seeing Bhagavan, он видел Господа, Bhagavan, Друва, light in the feet of Shri Krishna. Увидев Господа воочию, Друва пал ниц перед ним. And he want to pray Shri Krishna. Он хотел прославить Господа молитвами. But even he is not knowing the letters, the script is not even taught to him. Но мальчик еще не ходил в школу, он даже не умел читать. Bhagavan want to. Он даже алфавит не знал еще. Shri Krishna or Shri Narayan want to take him in his embrace, but he thought that if I will touch Dhruva, then Dhruva will immediately become the partial. He will get the transcendental body. И Господу очень хотелось обнять мальчика, но он остановил себя, потому что сейчас коснусь его тела, он тут же станет моим паршаном, уйдет трансцендентное тело. So there will be welfare of Dhruva, but by this incident, the other person will not be attracted to me. The worldly persons will think that by doing Bhagavad Bhakti, a person will get Vaikunth. But he will not get his factory, who is dipping. The rising of his factory will not be there. Business will not be there. Господь подумал, конечно же, если сейчас одухотворю ребенка, то есть он станет моим вечным спутником, это будет величайшим благом для него, но тем самым я сделаю медвежью услугу всем людям, потому что они будут думать, что поклонение мне приводит только к духовному благу Вайкунтхе, а бизнес их не поможет, поэтому, чтобы вдохновить их на то, чтобы они совершали бхакти мне, лучше продолжить эту лилу, чтобы она так не завершалась быстро тем, что он сейчас станет моим спутником, и мы вместе уйдем на Вайкунтху, чтобы... So Bhagavan want to attract the general person toward his lotus feet. So Shri Krishna, Shri Bhagavan Narayan, just registered his flowing mercy, flowing kindness immediately, and having the conch shell in his hand, Shri Krishna touched the, Shri Narayan touched the cheek of the child. И Господь просто проявлял поток милости к ребенку, он коснулся щеки мальчика своей раковиной. As everybody want to kiss the child, in the same way Shri Krishna is, Shri Narayan is also trying to kiss the cheek of child Dhruva, but Shri Krishna is not touching him. So having the resistance of the arm, the cell, Shri Krishna is just touching his cheek. Все
людей любят тискать детей, целовать их, маленьких таких симпатичных детей. И Господу хочется поцеловать Друва, но он будет сейчас опять его превратить в Паршада, поцелуем, поэтому он расширенно касается его лица. So by that slight touch, Shri Dhruva got all vidya, all knowledge. И от прикосновения трансцендентной раковины Господа Друва тут же обрел все трансцендентные знания, всю видью. And in 12 shlokas, Dhruva is praying Shri Krishna. И спонтанно стал молиться Господом, произнес 12 куплетов молитвы. Shri Asami has described these 12 shlokas as if they are 12 Surya. Dvadash Aditya. Как когда и Майтрея? Dvadash Aditya, 12 suns. I know, who is comparing? Shri Asami. Shri Asami, он сравнивает 12 куплетов молитвы Друвы с Dvadash Aditya, то есть 12 солнцами. Dhruva's praying. Yonta Prabhushimavacham Mam Prasuttam Sanjeeva Tekni Shakti Dharaswadhamna Anyanishyastra Charna Shravra Tvagadhi Pranam Namo Bhagavate Purushaya Tudhyam. O Prabhu, I was mum, but now I got the language, voice. O Господь, я был не мым, но сейчас я обрел голос. Bhagavan asked, how you can say this? You are just grizzling at the time that, oh Father, take me in your lap. You are continuously speaking and you are saying that, so far I was mum. It is not like that. Господь сказал, ты не проверяешь, что ты был не был. Я помню, как ты смыкал там отцу, требовал, чтобы он взял тебя на колени. Что ты теперь придумываешь? That speaking was not speaking. The actual speaking is this. Actual power of speech is this. That having this tongue, I am now praying you. If tongue is there and a person is telling so many things, the worldly things, then actually saying he is mum, he has not got the tongue. А Друва пояснил, что он был ведом, сказал, Господь, истинный дар речи – это возможность молиться тебе, прославлять тебя. Просто то, что у человека есть язык, и он им движет постоянно, болтает какие-то праздную чушь, какую-то чепуху, то такой человек, он действительно не мой. So far I was deaf, but while I was listening your kind of merciful language, merciful sentences, then I am feeling that I am listening, having the power of listening. Я был глухим, и я лишь обрел слух, когда я услышал твой сладкий голос, Господь. I was lame. I was not having my hands and my legs. But while I am doing your parikrama, I am getting, I am offering some offerings to in your lotus feet. Then I feel that I have got my hands, my arms. Я чувствую, что раньше был инвалидом, я не мог двигаться, лишь только обретя возможность совершать парикраму вокруг тебя со сложенными ладонями, я обрел силу в руках и ногах. I am paying my obeisances to you, because anyasht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 
наконец, и я благодарю тебя, что наконец-то действительно я обрел тело. If the person is serving you, doing devotion, your devotion, but he is desiring either hope or moksha, either salvation or the relinquishment of worldly things, then it will be said that he is confused. Я считаю, что человек, который служил тебе, при этом преследует цель наслаждаться или получить освобождение, такой человек, он глуп, он сбит с толку. He is deceived by Maya Devi. Он обведен вокруг пальца Майя Деви, то есть он обманут иллюзией. Actually saying, the relishment and the joy
and the sweetness of your lotus feet is so great that in comparison, the moksha is the moksha stands no there. То есть мокша вообще меркнет по сравнению с сладостью, доступной в твоих лотосных стопах. I am not afraid of this universe, this Maya, because I have the support of my good name. Good name? I am not afraid of this Maya Samudra, this Maya Ocean. Я не боюсь Maya Samudra, я не страшусь этого океана материального существования. This is the practice of a general person, a lay person, that in places there are a little pond, but this, the countryman says that it is a ocean. Такова кладецкая природа, кто-то видит лужу, называет эту лужу океаном. They will say that it is sagar, it is rai sagar, it is sagar. So they are little ponds, little things are called ocean. Часто люди преувеличивают какое-то крошечное озеро, водоемчик, они называют морем или океаном. In hyperbole or in exaggeration, they say this in this way. Yes, boy, go on and just jump into this pond. So I can cross this pond easily. Если мой Гурудев Нара Дамуни стоит за моей спиной и говорит мне, мальчик, прыгай, ты сможешь перепрыгнуть этот водоем, этот океан, то я перепрыгну с легкостью. And in this day, betting is on. Shri Guru is saying, Neshe Bhavad Gul Katham Panamattaha. This Sansar Samudra is just like a pond, and I will cross it without effort. Себя по плечам и так говорит, да это просто лужица, а не океан материального существования. Я с легкостью перешагнул через него. Yasmin Guruddha Gateha Yanisham Patantihi. You are the place where the adverse qualities are also found in one place. Adverse qualities are found in one place. The Lord? Virudhagati. Virudhagati. So, Господь отвечает себя противоречивые характеристики. For example, in ocean, there is crocodile and there is fish. The crocodile and fish may be enemy to each other, but neither crocodile has any enmity with the ocean, nor the fish has any enmity with the ocean. То есть, например, в водоеме может жить рыба и крокодил. Крокодил будет враждовать с рыбой. То есть они для друг друга враги, но ни крокодил, ни рыба не враждуют с водоемом, в котором они живут. A fish may be rival for other fish, but she is not. It is not rival of the ocean. То есть рыба никогда не будет враждовать с водой. Она может враждовать с другими рыбами и конкурировать, но не с водой. In the same way, Maya may hurt jeep. Maya may confuse jeep, but you are not confused with Maya. То есть Maya может наказывать. Джиф, она может вводить в заблуждение, но у нее никаких проблем с Господом нет. So, in this sansar samudra, in this ocean of this universe, there is Maya, there is Jeev, and there is Kripa Shakti. Whole Shaktis are, those are revival to each other. Even then, they may live simultaneously in you.
То есть Господь, ты как вот этот океан, в котором живут дживы, и майя, и крипа-шакти, то есть они могут конкурировать между собой, то есть как-то ну, антагонистично относиться друг к другу, но никто антагонистично к тебе относиться не может. And if a person has taken your shelter, then he will surpass all hindrances and all objections. То есть они все подчиняются тебе. Если человек принимает твое покровительство, то он с легкостью переступит через все вот эти сложности материального существования. I do not want anything from you. I want only your love. So please protect me. О Господь, я не хочу ничего от Тебя, я просто хочу Твоей любви и Твоего покровительства. And please allow me to take the sweetness of your lotus feet. Позволь мне вкушать сладость Твоих лотосных стоп. As a calf is always keen to get milk from his mother, and mother is always nourishing his calf. In the same way, I want to be nourished by you. То есть подобно тому, как теленок всегда рвется к маме и радуется ее заботе, а мама радуется возможности ухаживать за своим теленком. Господь, я хочу, чтобы я был твоим таким теленком. In this way, Dhruva's praying Shri Krishna Nishkama Bhakti. He was praying Nishkam. И то есть Дрова сейчас молился Нишкам, то есть без всяких желаний, он не выпрашивал ничего у Господа для себя. But Bhagavan answered, oh, previously you had some desires. You had some desires to get the crown, to get the lap of your father. So I know that. Но Господь припомнил мальчику, что я помню, как ты молился о том, чтобы иметь право взбираться на колени своего отца. Now you are free from all desires, but previously you had those desires also. Сейчас твое сердце очистилось от всех желаний, но было то время, когда ты имел такое сильное желание. I am giving you the Vaikuntha Dham, where you will live, the Thulo. And before it, you will rule all over the universe for 36,000 years. То есть я хочу знать, что в будущем я тебе отдам пользование вечное Вайкунтху Друва-Локу, на которой ты будешь жить целую планету. Но до этого ты будешь править всем миром в течение 36 тысяч лет. Бхагаван vanished there, Бхагаван disappeared there. And Dhruva now was having very sorrow, feeling very sorrow. И Господь внезапно сказал это, Господь внезапно скрылся, и Dhruva был просто разбит горем. Then what happened to me? Why Shri Krishna was giving these benedictions? Why do I not rejected them? Sir, I do not want these benedictions. И он сокрушался, то почему он не стал отказываться на отрез от всех этих благословений? Почему он не сказал, Господь, я не хочу этого? Is there any deity who has confused me? Or it was my own weakness? Что это была моя собственная слабость или какое-то помешательство, вызванное внешним влиянием от какого-то там божества или чего-то? And then Dhruva had to accept it, that whatever Shri Krishna want, I have to accept it, and he returned to the kingdom. И затем Дрова подумал, но если такова воля Господа, если Кришна так пожелал, то я должен исполнить его волю. И тогда он вернулся обратно в царство. The king, the Surji, Suniti, both mothers, rushed to the way, and they welcomed Dhruva. Отец, Сунити, мама и Суручи, вторая жена царя, они все бросились навстречу ребенку, поприветствовали его. And Surji gave the blessings. Jivedi, O putra, you live long.
Суручи благословила его, сынок, живи долго. And it was very much strange that the Suruchi, who was trying to get Dhruva out of the kingdom, and she is saying, she is welcoming, and she is saying, O Putra, and blessing that Chirjiva, you live long. Chirjiva, вот это показалось очень странным, что Суручи, которая всячески пыталась извести ребенка, избавиться от него, вдруг так благословляет его на долгую жизнь. The cause of this is that if Shri Krishna is happy and Krishna is bestowing his kindness on a person, then everyone will be in favor of the person. Это иллюстрирует принцип, когда Кришна доволен нами и благословляет нас, то все начинают нам благоволить, у нас не будет врагов, потому что все будут испытывать дружелюбие по отношению к нам. And everybody will salute him. И все будут рады такому человеку. The king, who was so much passionate and full, was dipped in the passions and the worldly material things. Seeing Dhruva, he also get the austerity. И царь, который до этого был достаточно таким страстным, он поддавался сластолюбию, он был обывателем по природе, но увидев ребенка, он прямо сам проникся его чистотой духовной и сам каким-то стал более возвышенным. So this is the result of satsang, that king also got the renouncement from the worldly things. То есть потому что ребенок уже стал садху, то царь от благодаря этой саду санги он уже тоже почувствовал вайрагью, отреченность от царства. Dhruva sat on the crown and he married and he born two children. Dhruva тогда занял престол, царство, женился и у него было двое детей. One day Dhruva, one day Uttam, his younger brother, went for hunting and there an yaksha killed him. А Уттама, младший брат, сын Суручи, однажды отправился на охоту в джунгли, и Якша убил его там. His mother went to him, to search, was searching him, and in the wood fire, she also entered there. Immediately the fire came, and she was burned there. И мама Суручи пошла разыскивать сено в джунгли, и там начался лесной пожар, и она бросилась в это пламя этого пожара и сгорела там. It shows that if a person is trying to hurt a saint, a good devotee, never like to hurt him, to take revenge from him. But Shri Krishna or the Vidhi that itself became so much powerful that he is punished. И урок этой истории заключается в том, что несмотря на то, что преданные, они не злопамятные, они не обижаются, ни на кого мстить не будут, но когда кто-то задевает, причиняет боль чистому преданному, как-то вредит ему, то Кришна сам отомстит. То есть Кришна преданно не будет ничего делать против такого человека, но Кришна обязательно накажет тех, кто не по-доброму относится к его фактам. And when Dhruva came to know that a Yaksha has killed my younger brother, then to take revenge and to punish Yaksha, Dhruva attacked on Kubera. И, но когда Дрюва узнал о том, что Якша убил его младшего брата, чтобы отомстить, он отправился штурмовать город, в котором жил Кубера и еще Якша. 130,000 Якша attacked and protest Dhruva. 1,30,000 1,30,000 130,000 Ну что-то там 130,000 якш бросились на Дру.
And то есть очень много якш, они атаковали Дрову. Друг fought with them and at last Друг was winning them. Друг win that war. То есть армия, состоящая из 130 000 якш, атаковала Друву, и Друг мужественно отбивался и стал победоносным в этой битве. Using Narayana's, Dhruva made all astra on all other maya of yaksha useless. И Dhruva обесточил оружие якш, потому что он применял оружие Господа Нараяна сам. And at last, Shri Swayambhuman came and he said that this violence is not very much supporting to Bhagavad Bhakti. So please, my son, you leave this violence. И Свайамбхуману вмешался в эту битву, и он попросил Дрову приостановить вот это боевые действия, сказал, вот это насилие, оно совершенно не сопутствует, не содействует Бхакти. Мой сын, прекрати, пожалуйста, вот эту войну. And accepting the suggestion of his grandfather, Dhruva immediately stopped the war. И послушав дедушку, Дрова прекратил военные действия против якш. And doing a treaty with Kuveri, he reached to Kuveri. И он помирился, подошел к Кувери, чтобы извиниться и договориться о мире. And surrendered himself in the feet of Kuveri. Он пошел сдаться Кувери. And Kuveri was astonished that, oh, I have seen the glory, now the glory of a son is being seen, that Dhruva has conquered, Dhruva has won this war, even then he is surrendered. И Кувери очень был, впечатлился поведением Дрова, потому что несмотря на то, что Дрова был победителем в этой битве, он пришел сдаваться, капитулировать Кувери. So such a udarta can be, such a greatness can be found in a son only, not in other person. Я признал Дрову святым, потому что такое великодушие присуще только святым личностям, такой размах сердца. And being very much happy, he said that whatever benediction you want, you ask the boon, I will give you. И Кувера сказал Дрове, проси у меня чего хочешь, я исполню любое твое желание. And Dhruva asked that, please give me Krishna Bhakti. И Дрова попросил у него Кришна Бхакти. And Dhruva then returned to his kingdom and giving all the things to his sons, Shri Dhruva went to work, and at that time Shri Krishna sent his own, Shri Narayana sent his own craft there, and riding on that craft, Dhruva went to Shri Vaikuntha Dham. И тогда Дрова вернулся в свое царство, оставил престол детям, раздал все свое имущество и подготовился к уходу из этого мира, и за ним Господь прислал свой собственный виман, который увез его на Дрова Локу. And it shows that Dhruva does not became there was no need of changing his body. Dhruva went to Shri Vaikuntha Dham from this very body, very material body. His body transformed in the transcendental body, and by the same body Дрова не менял тело, он в этом же теле сел в виман и отправился на Вайкунху. То есть его уже плоть стала полностью удовлетворенной, но не надо было оставлять это тело позади и получать духовную сварупу. Было Дрова Махараджи ки джай. И Дрова отправился на Шри Вайкунха Дхама. Саду, саду! Саду, саду!